И по Майклу Корсу отдельное видео делаю. Две витринки с 50% скидками. Это вот эта витрина, ждем на нее скидок. И вот та витрина. Сейчас я вам все покажу. По Майклу Корсу очень часто встречается в TJ Maxx со скидками подешевле. С ценами подешевле, чем здесь на скидках. Но не такой выбор. Сейчас посмотрим этот выбор. Не хочу я потрошить эти сумки, как-то у меня нет желания. Я хочу их вам просто показать. И там, где мне ценник попадется, я вам буду говорить и показывать. А уже где не попадется, так, 179. Это кожаные сумки получаются. Да. Если кого-то заинтересует, подробнее буду рассматривать. Пишите в WhatsApp. Буду рассматривать. Такие черные есть. То есть мы с вами их рассматриваем с точки зрения того, что здесь тоже будет скидки на них сверху 30%. Вот они, малышки, сумочки. Очень модные сейчас. Модные. Very fashion. Так, по 54 они сейчас. Так, что здесь хоппер? 248 стоил. 124. Такой же есть голубой. Вот кому нравятся Майклы Корсы. Вот такой золотой. Это не кожа, это вот как мешковина ткань. Это даже не квест. Ну, по 139 эти сумочки. Так, большущие шоперы. Мягкие. 124. Желтая сумочка. Это тоже мешковина. И причем я не знаю, как ее мыть, если запятнаешь. Ну, наверное, можно помыть. Вот. Прям вот это даже не пропитанная мешковина. Если вот это вот, она все равно как будто бы вот лазерная обработка, у нее она такая гладенькая, то вот это вот без пропитки. И вот это тоже без пропитки. А цены у них 139, были 278. И это тоже ткань такая же вот мешковинкой. Цены 114. Вот такие косметички. Ой, что я все роняю? Неудобно одной рукой, извиняюсь. Так, 39. Вот такие. И пойдем на другую витринку сходим. Сейчас у этих цену посмотрим. А то ж как не посмотрю цену, обязательно потом спрашивают, сколько эта сумка стоила. 139 эти. Вот эти классные Майкл Корсы. Вау. Что-то я как-то на них не обращала внимания. Прям такие приятные. И ее можно вот так вот сделать, эту ручку, чтобы она здесь вытянулась. Это вот квест. Сейчас я посмотрю цену. 134. Ой, вот она. Они есть такая кисточка, у них такая красивая. Они есть вот в таком светлом цвете и в коричневом, по 134. Эта витрина тоже с 50% скидкой. Вот эти сумочки такие же точно, только размеры у них другие. 114 я вам там разглядела сумочек. 114 вам, смотрите, 114. Вот они все с такими кисточками. Это малышка, это поменьше будет стоить. 100. Оно. 99. Вау. Ну, приятные. Кто у нас поклонник Майкла Корса? Вот смотрите, что есть. Так, черные сумки. Ой, вы видите, какая фурнитура красивая. 149 они стоят, эти сумки. Вот они есть. В розовом цвете и в черном. Вот это квест малышки. Я посмотрела, 99. Есть они в коричневом цвете. Вот они, вот они, вот они. Так, Майкл Корс. Застегивающийся тоже этот квест. Так, сейчас ценник найдем у какой-нибудь.
У какой-нибудь хотя бы есть ценник наружу? 124. Так, значит, эти тоже по 124. Всем это показали. Здесь 134 тоже квест. Вот такая вот она внутри, одно отделение замком. Ручка длинная есть, здесь есть отдел. Это у нее там бумажка торчит. Так-то вроде бы у нее швы все хорошие. Вот это я вам фурнитуру близко не показываю. Я исправляюсь. Я показываю. Во всяком случае стараюсь. Так, большие такие. Почему вы прячете цены? Специально. Специально прячу цены. 149. Есть такие же коричневые. И такие же в цветах других. Есть у меня подозрение, что это кожа. Если этот стоит 149. Сейчас посмотрим, что с этим. Нет, тоже 149. Не кожа это. Но эти мягкие сумочки. Ой, и я не заметила вот эту витринку по Майкл Корсу со скидочкой 40%. Здесь кошелечки есть, но это не кожаные кошелечки. Но цена у них 70. Вот это вот из новых коллекций кошельки вот этим вот сумкам. Вот это квест. Это ткань. Ткань такая, джинсовка. О, кто-то у меня как раз прям джинсовку и хотел. Вот этот рюкзак, кстати, шикарный. Если на него будет скидка, он вот здесь вот из кожзаменителя с двумя замками, то есть два отдела. Вот здесь замок. О, это шикарный рюкзак. Вот он был 298, 178, 80. Ну, это классный рюкзак. Так, что тут еще по Майклу Корсу? Такие сумочки. 196, 80 были, 328. Это тоже кожаные. С замками сверху. Цвета бело-голубые и черные, и вот такие розово, причем розовые есть с такими боками, с такими. Так, это сумочка квест, это сумочка квест шопер, 136,80 сейчас. Вот они джинсовые, кто хотел джинсовые. Ой, какая красивая. $378 она стоила, $226 сейчас. Ну, не дешевое удовольствие. Это вот под джинс материал. И вот это квест, это не джинс. 358 стоило и 214. Так, такая кроссбоди. Это тоже квест. О, кидаюсь сумками. 112 сейчас. Стоило 188. Вот цепочка у нее. Такая кроссбоди. Уронила вот такую кроссбоди. Что у нее с ручкой? Ручка кожаная у нее. Так, здесь отдел, кармашек здесь. Здесь она застегивается вот на эту застежечку, которая вот так делается. 328 была, 196 сейчас. Вот, пожалуйста, джинс.
118,80. Здесь она из кожи заменителя, а здесь вот такая вот красавица. Они 100 немножко разных размеров. Чуть-чуть, да, покрупнее. Вот джинсовая. 328, 196,80 сейчас. Вот такой вот это корс. Так. Закрывается и открывается. Так, такие из кожи заменители. Ой, вот такая прелесть джинсовая. Малышка. Это прям малышка совсем. Совсем-совсем малышка. Еще малышнее, чем те. С двумя замками малышка. 148 была. 248. Черная, красная, красный кошелек такой есть. А здесь, наверное, это вот тоже. О, вот такие есть. Тут что-то на ней такое поцарапанное. В таком цвете она еще есть. Как-то это надо понять, как это открывается. Опс. Вот. О, это вот так. Ясно. Ясно. Вот такая прелесть. Это такая же будет цена. 148 с чем-то. Вот с такими кошелечками. Фу. Это наша зараза так красиво цветет, а как пахнет, а потом от нее на дороге маленькие яблочки всю зиму были. И люди по нему ходят, растаптывают, а потом в дом их приносят, эти яблочки. Вот что с ней делать, с этой красоткой неземной?